Чувствует себя на этом трамплине. Да прекрасно себя чувствует. Замкнул шестерку сильнейших. Тренировки 131 метр. Мы же говорили, чем ближе гигантский трамплин в планице, тем лучше у Роба самочувствие, тем более солидные его прыжки. И вот еще один потрясающий. Причем как сел-то! Как приземлился еще и с телемарком! 142 метра! И лишь метра не хватает до рекорда Шлиренсауэра прошлогоднего. Но обратите внимание, насколько важно, что хорошая роза ветров и отличная гора приземления, спрофилированная потрясающим образом. Это вам не риски Куопио. Здесь можно лететь и лететь, и ничего не будет. И можно рискнуть даже сесть в телемарк. Человек в такой форме, что может быть еще...